сейчас я вам покажу, какой ливень идет. Посмотрите, пожалуйста. Остановился я возле дороги, вон мой байк, беленький Honda. И хочу показать вам, смотрите, какой тут дрон. И посмотрите на вид. Смотрите еще какие красивые фигуры. Чтобы не было жарко, наверное, зонтик еще. Друзья, знаете, что я хочу вам показать? Вот посмотрите, прямо возле дороги растет пальма с кокосами. Залезай и рви. Вот сейчас еще одну покажу. Надеюсь, что солнце и блики не будут мешать. Вон они. Кокосы и бананы. Я остановился вот здесь вот на таком небольшом мосту. Посмотрите, какой вид сейчас открывается. Там вон кокосы, видите, на пальме? Настоящие джунгли, прямо в центре города. Посмотрите, какие стройные пальмы. Друзья мои, знаете, вот что удивительное? Вот джунгли. Иду я по острову Бали. И что меня больше всего удивило, я даже вот прошел вот здесь вот этот поворот и потом вернулся. Знаете почему? Я вам сейчас покажу. Потому что здесь написано «Парковка Бали Дача». Меня здесь что удивило? Удивили меня русские слова, русские буквы на этом чудесном нерусском острове. Пойдем сегодня потусуемся с местными экспатами. Но место, я вам скажу, очень красивое. Надо будет не забыть этот поворотик. Наверное, буду ориентироваться на мотоциклы. Кадр веселый. Пузо моет. Я ради приличия выключил камеру, потому что там четверо или сколько мужчин сзади меня купаются голышом. Чуть не пропустил поворот. В прошлый раз я был здесь вообще ночью, когда было темно-темно.
Вот он вход. Ну все, я на месте. Вот здесь вот банька. Я уже там побывал. Тут бассейн обалденный. Полностью, насколько я понимаю, из настоящей родниковой воды. Тоже уже там поплавал. Здесь вот такой вот интересный шалаш. Прям на пальмах, на каких-то на деревьях. Сейчас с друзьями тут гитару нашли. Пойдем немножечко поиграем.